Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про діяльність українських парламентарів. З нами народний депутат України, фракція «Слуга народу» Кирило Нестеренко. Добрий день. Пане Кирило, я вас вітаю. Власне, перше питання. Останнім часом у Верховній Раді виникає ряд таких досить скандальних ситуацій. З вашої точки зору, ця ситуація взагалі є закономірною? Смотрите, дело в том, что, слава Богу, нет таких острых скандалов, там, как в прошлых созывах. Это очень радует. Однозначно все разные, много неопытных и попадаются на переписках. Некоторые говорят, что это очень плохо, они не поддерживают то, что журналисты влазят в личное пространство. Но лично моя точка зрения, что это все правильно. Я очень уважаю журналистов, работу телеканалов, и я считаю, что вот не стоит заниматься аморальными занятиями на рабочем месте. Вот. Я приверженец того, что вот нас народ выбрал, мы должны ценить эту работу и максимально быть полезными. А какие санкции за это мають бути, с вашей точки зору, с одного боку, а с іншого боку, за кнопкодавство, про яке так много говорили? По кнопкодавству, к сожалению, этот вопрос, знаете, громко очень звучал, но никаких наказаний за это особых и не было. Ну, был в первый месяц двое депутатов с нашей фракции отдали свою зарплату на благотворительность. Но я считаю, что уже пора определять, вот знаете, был недавно еще один случай, а то ОПЗЖ депутат проголосовал уже в возрасте, вроде там 60 с чем-то лет, но он проголосовал за себя и за соседа отсутствующего. Вроде мелочь, да, вы скажете, а я считаю, что это нарушение максимальное, прям чуть ли не предательство. Поэтому я хотел бы, вот, чтобы уже санкции вступили. Я неоднократно общался с нашей командой, этот вопрос поднимал, ждем реакции. А выключение мають бути взагалі из-за складу фракции, або навіть позбавлення мандату за такі речі? За кнопкодавство однозначно, да. Насколько вы слышали, знаете, на прошлой неделе у нас уже несколько скандалов таких произошло касательно исключения из фракции. Вот, собирались подписи за исключение. Пока я не знаю его судьбу этого, потому что вроде как, да, на фракции решили исключить Полякова и Скороход из фракции, но после этого сказали, вот подписи собрали, не хватило голосов. Ждем, ждем официальных заявлений. Ну, до речі, стосовно цього виключення, два депутати, знову ж таки, досить гучна історія, яку обговорювали у всій Україні. Наскільки фракція «Слуга народу» на сьогодні є монолітною? Однозначно она монолитна, и это можно наблюдать за всеми голосованиями. У нас было, если так посмотреть по статистике, несколько провальных голосований, но объективно из-за того, что депутаты не успели вернуться в зал, были там по залу там где-то заняты какими-то другими делами, либо интервью давали. Поэтому команда есть, общность есть, но так как это очень большая фракция, то тут очень много и мнений. Да, не спорю, сложно принимаются решения, но они принимаются. Вот у нас, я уже говорил, 70%, если голосуют за, то мы голосуем все вместе за. Вот показываем, ни капельки не показываем, что у нас есть какие-то моменты, за которые нас можно уколоть. Вот мы команда, общность. Я считаю, вот эта история с исключениями, с фракциями, не поддерживаю только в том плане, что как только мы начнем раскалываться, хотя бы по чуть-чуть, там есть такие мастодонты в политике, которые учуют запах крови живой и однозначно начнут эту лодку шатать с еще большей силой. Поймут, что все-таки значит возможно, значит не так уж все и хорошо. Ну, до речі, ще таке уточнення стосовно монолітності фракції. Я спеціально подивився на сайті Верховної Ради голосування за ТСК по Одесі по подіях 2 травня 2014 року. І окремо по депутатах, які обрані саме від Дніпра. Тобто це 5 чоловік, ну, 6 чоловік, але один лише частина Морж-Дніпровського району. От у цих 5 депутатів у вас, у Медяника, у Бужанського, у Киселевського, у
Мисягіна абсолютно була різна позиція. Чи є градація якихось питань, за які фракція точно голосує монорідно, і якісь питання, які депутат може визначати самостійно для себе, як за них голосувати? Смотрите, депутат вообще он самостоятельный. Но так как мы все командные игроки, мы в команде у президента, мы для этого собираемся на фракции, чтобы определить, вот если какие-то важные, очень судьбоносные решения и законопроекты, президентские инициативы, то мы голосуем как одно целое общность. Но если у меня, допустим, есть какие-то предостережения или вопросы, то я могу их на фракции задать и там уже услышать от главы фракции, там, от Давида Арахами ответ, учтется моя правка или не учтется? Почему, ну там, может быть, как-то он развеет мое мнение? Ну, все это в процессе таких разговоров, обсуждений только решается. Касательно голосования по Одессе, не было прям такого, вот знаете, у нас на эту тему собрания фракции. Вот я думаю, что вот каждый, я давал тоже по этому поводу интервью, каждый действительно выразил свою точку зрения. А некоторые вообще я не видел, чтобы они голосовали, там отсутствовали. Угу. Ну, один з перелічених депутатів був відсутній саме, я подивився. А можете більш так докладно розказати, як взагалі відбуваються ці дискусії на фракції у «Слуги народу», як приймаються рішення, наприклад, частин депутатів за, частина проти, як приходити до консенсусу? Ну, во-первых, очень сложно подобрать зал для того, чтобы мы все разместились. 254 человека, ну, пускай там 230 постоянно у нас есть, очень сложно поместиться. Поэтому делится наша фракция на две части. Первая часть, мы собираемся зачастую в Парковом, это рядом с Верховной Радой, помещение, где мы проводим слушания, приходят министры, приходят специалисты. Мы обсуждаем, вот, к примеру, взять там земельную реформу. Прежде чем она попала в зал, было очень много обсуждений, переговоров, и даже сейчас еще будет больше, потому что вопрос архиважный. После того, как нам рассказали курс дела, там, по бюджету тоже рассказали стратегию, план на 2020 год, мы выносим эти вопросы в порядок денный на голосование на пленарной неделе. В день пленарного заседания, когда у нас вопросы эти в порядку денному, мы собираемся внизу на фракции и обсуждаем, принимаем решение, вот сколько нас за, кто против. Все, договорились, все, идем в зал, голосуем. Таке питання. Зараз Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, перебуває з візитом у Дніпрі. Напередодні він дав інтерв'ю і, зокрема, він відзначив, що зарплата депутатів є недостатньою. Вам вистачає? Чи погоджуєтесь ви у цьому з головою Верховної Ради? Ну, я уже неоднократно отмечал, даже попал на українські сенсації, з тим, що у мене, наверное, самое большое количество помощников. Не скрою, потому что, вот знаете, я молодой, у меня много ребят, таких же моих коллег, и моя победа на выборах – это большая победа, я считаю, всей молодежи и будущего нашей страны. Поэтому я не стеснялся, всех там ребят максимально хочу толковых взять в команду и в дальнейшем, чтобы, возможно, они будут будущие депутаты в городском совете. Сейчас у них как раз есть возможность пройти эту школу, быть максимально эффективным для избирателей. Это прямой контакт, это опыт общения. Вот, даже определенную сумму зарплаты я им плачу с зарплатного фонда, который у меня есть. Можно, ну, вот так вот сказать, что свою зарплату особо я не ощущаю, я ее отдаю на помощников, потому что в фонд, который выделяется государством на помощников, мне не хватает. Поэтому на зарплату я не рассчитываю, но я и шел туда не за деньгами. Поэтому для меня самое главное – это действительно вот тот аванс, та возможность, которая у меня есть, чтобы это было не просто так, а я максимально приложил усилия для того, чтобы изменить нашу страну, наш город к лучшему, и люди уже как можно скорее ощутили эти результаты. До речі, ви згадали про вибори, про своїх помічників. Давайте трошки так повернемось в історію. Ну, от я знаю, що вам протистояв Геннадій Гуфмано по округу. Як вам вдалося його перемогти? Адже, ну, це впливовий досить політик, впливова людина в місті не один рік. Діло в тому, що, опять же,
мы с командой прошли через очень многое. Были и провокации определенные, были и черные какие-то дела. Вот знаете, чернуха, как она там говорится на выборах. Сейчас уже вспоминаешь об этом с улыбкой, но тот момент, это было очень достаточно нервозно. Но я ни секунды не думал, что я даже могу как-то не выиграть. Не знаю, благодаря спорту, может, благодаря характеру. Ну, я был точно уверен, что победа за нами. И мы делали все вот правильно, согласовывали друг с другом. Да, 23 часа в сутки мы работали, час спали. Бывало, в машине спали, в офисе. Но без стеснений мы знали, що у нас все вийде. І, слава Богу, от такий результат. Ну, власне, давайте повернемось до діяльності в парламенті. Зараз все суспільство, напевно, обговорює законопроект про продаж землі, власне. Ви голосували за, наскільки я знаю. Так, чому саме зараз підіймається це питання? Які плюси, з вашої точки зору, продажу землі? Які можливі мінуси? Смотрите, дело в том, что изначально, если в корень посмотреть этого вопроса, то земельная реформа, земельный рынок земли было прописано в кампании, в политике партии «Слуга народа». Я откровенно за рынок земли, но немножко не в той форме, как сейчас он прошел первое чтение. И я голосовал за только потому, что мои коллеги, глава фракции, сказали, что эти мои изменения, поправки будут учтены. Меня беспокоит самый главный вопрос, как и всех украинцев, это чтобы наши земли не распродали. А мы тут не были в гостях. Да. Не хочется быть в гостях. Все-таки у нас страна, знаете, максимально плодородная. Такого чернозема, как у нас, нигде в мире нету. И нельзя это упустить. Это богатство, это природа. Поэтому для меня очень важно, чтобы ни в коем случае иностранцы не участвовали в торгах, потому что с их кредитами 1,5-2% годовых мы не сможем никак конкурировать. Наши банки 20+% предлагают. Поэтому они реально капиталом нас могут задавить. Второй момент. Можно тоже, опять же, развивать какие-то схемы. И, к сожалению, в первом чтении это не прописано. Там написано так, что могут покупать украинские компании, но вы же понимаете, украинские компании могут финансироваться зарубежными партнерами, а потом дарственными переписываться эти земли. Поэтому мы этого не должны допустить. Я уверен, все это будет учтено. Президент инициировал это. Будет проведен референдум. Уже завтра в 2 часа в университете экономическом будет проведен земельный форум, который будет проходить, и все мнения, я уверен, будут учтены. Ну, лично я не готов отдать нашу землю. Будем бороться до конца. Все-таки, чтобы было, знаете, на грани. Все-таки хочется помочь нашим гражданам, чтобы это богатство вот о них стало действительно вот у бабушки, к сожалению, да, там у нее ничего не осталось, там квартирка, в которой она живет, и все. А тут есть возможность получить кусочек земли. И потом его не сейчас продать, а в дальнейшем, там, внукам передать наследство. И это уже такой немножко процесс, как капитал, грубо говоря, помочь нашим жителям стать чуть-чуть богаче. А до речі, чому перед першим читанням це питання не виносилось на референдум? Питання лише в тому, що немає відповідного закону, про що говорять, наскільки я знаю, у «Слузі народу». Чи в чому? Да, да, соответственно, не было никакого закона касательно этого. И мы не могли откладывать. Мне нравится политика нашей партии в том, что мы не откладываем все в долгий ящик. Потому что как только, вот один раз, мы скажем, давайте потом, это уже было, это откладывалось дальше, дальше, дальше. Вот, ну, ничего нельзя сделать лучше, чем вот сегодня. Поэтому двигаемся в этом направлении. Ну, от якщо говорити про референдум, я згадую, наприклад, історію 2000 року, коли був проведений референдум щодо скорочення кількості депутатів до 300, там ще якісь питання виносились, це майже 20 років тому було, але його рішення фактично не були імплементовані у вітчизняне законодавство. Чи є гарантія того, що, скажімо, провівши референдум по землі, скажімо, народ скаже так або народ скаже ні, і це рішення на 100% буде виконано? Думаю, да, потому что президент у нас народный, и он слышит народ. И партия называется «Слуга народа». И учитывая мнение как раз избирателей, людей, украинцев, мы будем
как раз делать именно то, чтобы было в первую очередь выгодно людям. Хоть вот знаете, немножко может забегу наперед касательно бюджета, какой бы он ни говорил, там ни были, какой бы он ни был, знаете, там много версий, но он в основном направлен на людей. На людей в каком плане? Первое, это инфраструктура. 4000 дорог хотят сделать по Украине, это раз. Второе, это аэропорты, и в том числе аэропорт в Днепре. Это то, о чем мечтали все. Да, может кто-то скажет, да зачем мне этот аэропорт? А я вам скажу, вот из Запорожья, допустим, 750 гривен стоит полететь в Киев, а на поезде стоит 600 гривен. Смысл, если ты за полтора, за час ты уже в Киеве. И иностранцы к нам могут приезжать, смотреть, какая красота у нас рядом. Так вот, немножко отходя от темы, вот скажу, что бюджет и вообще политика наша настроена на людей. Поэтому и зарплаты там для учителей поднялись. Да, не для всех, но для молодежи, там, для того, чтобы эта профессия все-таки была очень важна, и в будущем люди все-таки шли учиться. Потому что тенденция такая, что это откладывается на второй план и падает эффективность и вообще интерес к этой профессии. Люди лучше уедут в Польшу, либо там, в супермаркете будут работать. К сожалению, мы должны это прекратить. Можна. Ну, от ви згадали, що партія, фракція називається «Слуга народу», але за даними, останніми даними соціологічних досліджень, в тому числі Центру Разумкова, імені батька нинішнього голови Верховної Ради, рейтинг уряду, рейтинг президента, рейтинг партії дещо знижується. Чим це можете пояснювати? Тим, що фактично взяли всю відповідальність на себе, чи як? Однозначно. Кроме того, что у нас монобольшинство, да, мы и несем всю ответственность за все решения, которые принимаем. И основное скажу, что ни одни реформы не делались легко и просто. Ничего новое, ничего, никогда не было вот так вот легко и просто заходило. Определенный должен пройти период, чтобы люди привыкли и после этого ощутили. Да, хочется взять волшебную палочку, махнуть и сказать, вот все, мы зажили классно. Но для того, чтобы мы зажили классно, нужно каждый день вот уже проводить эту определенную работу, по кирпичику складывать именно то, о чем мы все мечтаем и заслуживаем, самое главное. Знову ж таки, повертаючись до ринку землі, після цього голосування Юлія Тимошенко сказала, що вона переходить в опозицію, хоча так де-факто була союзником «Слуги народу». Чи залишилися взагалі союзники у «Слуги народу», хоча є монобільшість у парламенті? Сложный вопрос. Вот знаете, если прослеживать по голосованиям, то за одно голосование у нас «Голос» союзник, за другое у нас ОПЗЖ союзник, за третье там «Европейская солидарность» подключается. Поэтому тут группы интересов, вот знаете, как галерка, я их называю, это группы по интересам однозначные. Вот у нас все-таки есть курс определенный, мы ему идем, движемся. Да, непросто, да, бьют со стороны. Бывают изнутри какие-то там мелочные вопросы. Но без этого никак. Это жизнь. И мы сейчас пишем историю Украины, будущее, которой, я надеюсь, будут гордиться наши внуки. Ну, а до речі, от, скажімо, фракція там «Європейська солідарність», чи «Голос», чи ОПЗЖ, чи «Б'ют», чи «За майбутнє», якщо мають якусь ініціативу, скажімо, які шанси довести її до реалізації, тобто до прийняття закону, з врахуванням того, що навіть об'єднавшись, хоча це ну, фактично неможливо, вони не мають простої депутатської більшості? Смотрите, дело в том, что у них как-то инициатив я не вижу. Они сейчас заняты тем, что критикуют наши инициативы, наши президентские законопроекты. Поэтому в этом плане очень как-то сложно. Я даже не думаю. Я уверен, если хорошая инициатива, тут нет деления синие, белые, красные, зеленые. Однозначно здравый смысл везде должен побеждать. Потому что, ну, вот, как говорил да, президент, эра договорников уже закончилась. Вот здравый смысл и в приоритете люди. Вот тогда будет результат. Ви вже торкнулись питання бюджету. Давайте поговоримо про нього дещо детальніше. Днями Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік. Ваша загальна оцінка цього документу? Уряд називає його збалансованим. Чи є це так насправді? Які плюси і мінуси? Я вважаю, що, от, как я говорил, уже есть победа. Я даже обещал, что я не буду голосовать, если не будет нашего аэропорта. Потому что он очень нужен городу, и он в моем округе.
Миллиард гривен на 2020 год и еще миллиард запланировано на 2021 год. Также в бюджете есть 44 миллиарда гривен, миллиона гривен на Приднепровский химзавод для того, чтобы его законсервировать. К сожалению, там экологическая беда. Мало кто не знает, но радиация там, на этом предприятии, которое уже закрыто, там сейчас распродано частным фирмам, но радиация там превышает в 40 раз радиацию, чем под аркой в Чернобыле. Это ж уму непостижимо. А люди об этом не знают, приходят и раздеваются там дома, дети, и все это, вы знаете, вокруг и рядом. А потом удивляются, почему наша область так сильно болеет онкологией. Вот про это нужно думать. И я рад, что и в бюджете есть такой приоритет, и в программе президента экология. Раньше ему не уделяли никогда внимания, потому что его не видно, не слышно. Ну, есть и есть. А наконец-то одумались, и это приятно. От кілька днів тому на вашому місці сидів заступник міського голови Дніпра, який займається безпосередньо економікою, фінансовою, Володимир Міллер. Він говорив, що бюджет є згубним для місцевого самоврядування, тому що на якісь там на медицину, на освіту виділяється в рази менше, ніж це було раніше. Чи відповідають ці слова дійсності? І чи не є це простою, скажімо так, політичною боротьбою, оскільки ми знаємо, що Володимир Зеленський заявив, що на наступних мерських виборах не будуть підтримуватись пан Філатов, пан Кернес, пан Труханов в різних обласних центрах? Сложно мені на цей вопрос відповідати, касательно кого підтримують, кого ні. Але одне скажу, ми відстояли 13,9% із місцевого бюджету хотіли забирати для Києва. Це акциз, топливний акциз, который планировался там строиться на дорогах. В основном все мажоритарщики. Мы проголосовали за то, чтобы оставить 209-ю поправку. И она вот примерно 360 миллионов оставила вместе в городе. Вот. Благодаря децентрализации у нас сейчас бюджет и так вырос, поднялся. Да, есть определенные недопонимания. Ну, потому что сейчас в приоритете, да, президент хочет сделать дороги хорошие, хочет запустить инвесторов. А потом, как только у нас будет больше инвестиций, однозначно мы же сможем и по местам уже это все распределить. Поэтому это спорная дискуссионная тема. Однозначно, знаете, есть вечные оппозиционеры, есть те, кто будет критиковать то, что делается там, даже хорошее. Я не хочу ни по кому высказываться. Давайте посмотрим, давайте понаблюдаем. Важно, вот знаете, чтобы средства распределялись по назначению. И мы думали не как ужаться, как оптимизировать бюджет, а наоборот, как увеличить его, чтобы всем хватило. Ну, до речі, хотів з питання контролю запитати вас і з питань діяльності правоохоронних органів. Багато хто критикує діючого генерального прокурора, говорять, що він грає фактично на руки минулій владі. Чи є це, з вашої точки зору, так дійсно? Смотрите, с моей точки зрения, да и со мной все украинцы согласятся, мы ждем посадок. Вот чтобы отвечали за эти все уголовные дела, которые были громкие, масштабные, отвечали действительно по закону. Дело по Петру Алексеевичу, да, вот вроде как сдвинулось с места, и его уже неоднократно вызывают на допросы в Генпрокуратуру. И даже я слышал, хотят лишить его неприкосновенности, вот сейчас вынести это в порядок денный Верховной Рады. До речи, как вы будете голосовать, если это питание будет? Смотрите, я, если на данном этапе, вот в таком положении дел, как они сейчас есть, я буду голосовать «за». Я разрешу, скажем так, правоохранительным органам начать расследование, потому что без каких-то, знаете, чтобы они полностью могли расследовать это дело, чтобы не было никаких возможностей улизнуть, чтобы человек точно смог прийти на допрос. Потому что сейчас это, знаете, какая-то оттяжка времени, торги, ну, сложно на это наблюдать. Люди ждут результатов, поэтому нужно не сдаваться. Наступного року в Україні будуть місцеві вибори. З вашої точки зору, вони будуть строковими чи достроковими? І чи це важливо насправді? Многі говорили, що вони планувалися навіть в декабрі цього року. Ну, як ви бачите,
нужно вначале сделать децентрализацию. И глава партии Александр Корнеенко децентрализацию. Сделать вот ее весной планировалось как раз реализовать, закончить, угу. И тогда можно уже проводить выборы. Поэтому осталось все так же, либо весна, либо осень плановая. Неочередные весной, плановые осенью. Я считаю, что прямо на этом заострять внимание не нужно, потому что, знаете, как от выборов до выборов народ живет, потому что перед выборами активно все и лавочки ремонтируют, и то. Просто вот нужно делать, чтобы это вошло в привычку, а не какая-то показуха. Вот это уже не работает, и я очень рад, что моя предвыборная кампания это показала, что все устали от каких-то таких показушных дел. Нужно конкретику. Вот. Переходимо до діла. Чому «Слуга народу» на сьогодні не представляє кандидатів, майбутніх кандидатів на місцевих виборів? Ну і взагалі так не дуже добре знають партію саме на місцях. Сложний момент, хоча я думаю, що в определенный момент, коли будуть готові всі, може бути, зараз підбирають кандидатур, які хороші, відповідальні. Тому що я пам'ятаю по собі, коли я проходив собеседування в офисе партии «Слуга народа», меня проверяли 5 дней и служба безопасности, и психологи, и технологи. Это меня одного, народного депутата. А представляете, на местных выборах, сколько у нас регионов, сколько людей. Поэтому я думаю, подготовка идет, просто она не публичная. А чи є якісь кандидатури на мера? Знову ж таки, називають різних людей, але це так, як то кажуть, вилем по воді писано. Я за то, чтобы мэр был продуктивный и максимально у меня была возможность с ним найти общий язык. Потому что если, вот знаете, есть такое взаимопонимание, то есть возможность у меня как народного депутата выбить финансирование для города под какую-то определенную программу, и дальше мы это все реализовываем совместно. Сложно судить, людям выбирать. Опять же, кандидатур не так уж и много, которые есть сейчас, там я слышал, те, кто там, может, кто не попал в депутаты. Борис Альбертович, наверное, будет на второй срок. Ну, однозначно, он сказал, что будет. Да, поэтому от «Слуги народа» еще не было, вот все ждут, я думаю, у него все шансы. Вы не плануете? Нет, не до этого, потому что, знаете, законотворческая деятельность, и сейчас я считаю, вот эта возможность, мне нужно себя проявить. Просто так идти на мэра, ну, я не вижу в этом смысла. Вот раз уже у меня так судьба сложилась, меня люди поддержали, 26 тысяч человек, на секундочку, то мне нужно оправдать их доверие и максимально быть продуктивным. Когда будет результат, посмотрим, ближе к времени, не знаю. Ну, сейчас идей таких и мыслей не возникает. Буквально коротко. З якими питаннями до вас, як депутата мажоритарника, звертаються виборці на окрузі? Очень много вопросов. Вот я сейчас только приехал с личного приема. Начиная с фундамента вот на Тополе, на Запорожском шоссе, возле балки, к сожалению, видимо, подводные воды, и размывается фундамент. Трещины идут на доме. Освещения не хватает, наркомания – большая проблема для 26-го округа, к сожалению. Боремся через полицию. Также ремонт детских садиков, школ. Сегодня также проводил я общение с молодежью, с колледжем экономическим. Так вот, детской площадки там нет, спортивной детской площадки. Вот вопросов очень много, я уверен, у нас все получится. Главное. Що ж, бажаю вам успіху у цьому. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Кирилом Нестеренко. На все добре.